Боже, як чукче. Не хочу обидеть чукч. И ця кофточка нашлась, ребята. Сейчас на секунду присяду. Здрасте, добрый вечер. В хате вам. Вы знаете, дождь пройшов. Я ж не той человек, чтобы бросить на полпути работу. Три вот эти, как они, фермы готовы. Я их три покрасила. Конечно, перчатки розовые переодела, потому что бензином же шмыло, оно воняет. Так что ці кофточки уже все. Дивіться, и тут же слазила, и тут. Не, ну вот так для покраски и выкинуться уже. Спасибо Богу, наладилась погода после двух часов. Ну я и собаку зашила, конечно. А це оділа в цю повязку, потому что думаю, ну и в баню. Тепло-тепло, воно як подує холод, як подує холодно после дождя. Так я оділа оце таку пов'язочку тепленьку. Та й викрасила три эти ферми. Все нормально. От собака десь виє. Так, ви питаєте, це Тіма. І Тіма буває, і друга собака. У нас отут сусіди, отут, отут і отут по три собаки. І як начнуть вити, ну а що? І знаєте що, зараз вам покажу, ви удивитесь. Оділа цю кофту, зараз, одну секундочку, зараз. Це ж ося кофта, що я на рибалку в ній ходила, помните? Думаю, що воно там в кармані, дивіться, ребят. А там, як миші не завелися, дивіться, сімочки. Сімочки, кабачки. Ну, я, чесно говоря, один розлузала, то він дуже осирівши, бачите? Боже, які в мене руки страшні. Це перчаток. Не. Алко, куди ти їсти? Віталька б сказав, тільки хворіла. Бачите, сімки, цілий карман. Зараз візьму, ой, ой, да? Я прямо в колодязі сижу. Ми ж переставили. Я вирила ці тюльпани, вірні, викопала, хай обріжу. Луковички посушу і подивлюся, що воно буде. Дивіться, зараз попосіваю. Ну, не виросло, воно жаре не було. Перекопається. Отак, сею-вєю посиваю. Та й дофіга, ти подивись, яке сімочок, йо-моє, гля, оце да, що я їх не поїла. Це на рибалку, між прочим, брала, навірно, то як ми на Сомо їздили, вже Бог зна, кода, ще з Ларісою Сергією, то в мене було в куртки, вот, я одівала. Ось, бачите, платформочки стоять, он лежить, я вже і льожа, і стоя, як я їх тільки не красила. Ну, покрасила ще. Осталося на одну, якраз нормально, оце банка велика, достатньо. Оце поставили, а воно, бачите, он капає вода. Оце ж погризли цю актінідію, і вона ось, я ось зламала, мішала, дивіться, прямо як березовий сок. Так що, я думаю, що за березовим соком уже можна йти. Ви видите, тече. Який воно на вкус? Ніякий сок. Доказательство, дивіться, шерсть. Ми це все вот это поубираємо, от цього нічого не буде, ну нафіг тут не нужно. Оце останеться стовптики, оцей газовий. А це все. До свидання. Так що, мої хорошенькі, дивіться, все я зробила. Я не брехаю. Кажу, Сані, кидай, тому що Сані так коліно болить, так болить коліно. А він бідний. Бачите? Каже, доварю два електроди, бо вже завтра утром поїду на Нову Івановку, купимо електроди. Він оцю платформу саме довше, бідне діло, знаєте чого? То, що він зварює всі кусочки, а воно, представте, все, поки він ці нього повари, поки він позварює, і бідне, то все на колінах лазе. Бачите, ці куски, дивіться, і там кусок дотачений. І там кусок дотачений, і там кусок дотачений. І оці перегородки теж з кусочками, бачите? Зато все чики-піки нормально сделано. Ничего нигде не пропадет, да, Александр Геннадьевич? Да, да. Кидай его, вызай. Это уже последний? Последний электрод. Не, ну он еще один лежит. А, еще тут. Каже, може, ти повариш? Каже, ну ти вже, звісно, Сашенька оборзел. Галочка покрасила три платформи. Каже, може, ти ще повариш? Да, Санек? Я не смотрю, я через телефон, зайчики не страшны, я не смотрю. Я... Да, это, конечно, большое упущение. Насчет чего? Срочно тебя учить варить, чтобы ты варил.
Ну, Саш, ты даешь. Я смогу, только извини меня. Правильно говорится, каждый должен заниматься своим делом, дорогой мой. Ты вообще, скажи, большое упущение, надо научить тебя варить. Вот уже. Так, ну что, не буду вам казать до свидания. Завтра плавно перейду в це видео. Просто я честно люблю с вами поступать. Если я, как говорится, проледачилася, чула кудись Сережа с Ларисой поїхав. Він приїхав з мойки, машину помив, якраз дощ начався. І кудись поїхали. Кажу, наверное, кудись може в кафе. Я думаю, яке кафе, коронавірус. А може в магазин куди, не знаю. А може до друзей на дачу, до отих. Так холодно на дачі. Зараз на дачі холодно. Так, ладно, мої хороші. Що там, дивіться, що там. Це все ми вже бачили 155 тисяч раз. Зараз будемо збирати ці всі інструменти. Заморили, чесно говоря. Я ж не скажу, що ми оце робимо, і ми так і возраст бере своє. Хоч і хорохорюся, все одно заморююся. Заморююся, тому що роботи багато переробили. Я на той краски надихалася, тож там лазила. Так, ладно. Впереді ще много хорошего и интересного. Слышу, где-то вроде ж такие, как он, дивиться, полетели. Видно чи не видно? Підуть, даже не може їх піймати, де вони. Гуси. Ви бачите їх чи ні? Я не бачу. Де ж вони? Я їх показую вроде на них. Видите? В этом году что-то їх так мало. То знаю, курлик на рибалке сидиш, они курлик. Видно, тоже перепутали лето. Лето із осінню, зими не було. Завтра передають дощ цілий день. Як ви думаєте, буде чи не буде? Завтра Саша намерен закінчити і поставити от ці штуки, якщо не буде дождя. Ну, наверх уже. Скільки вже його можна тягнути. Так, ну це буде завтра, і буде завтра друге відео. Ой, цей сарай. Короче, приїжджали мастера, кажуть, ну, треба длинний сильний навес, є центр. Я говорю, не треба центр, тому що якщо ми зараз зробимо таку кришу, як гриб, ми заглушимо взагалі, буде некрасиво. А говорю, от як от це, тільки чуть-чуть же ж, виходить, щоб сюди воно вийшло, от де навес буде виходити. Я на нього смотреть не можу, на цей сарай. Це просто какое-то убоїще. Не сарай, а убоїще. Ну, зробимо з нього лялю, окно поміняємо, дверей не буде, от так, представьте собі. Все зробимо. Мы таки что сделаем. Продолжаем. Смотрите, всю ночь лил дождь, как из ведра. Вот только закончила я все это красить, зашли в дом. Как начался дождь. Ну, вы видите по земле, насколько это все промощило, насколько все мокрое. Но ничего. И сейчас мы с Сашей едем. Он готов. Очень хорошо. Едем. О, на рыбалку нас черви зовут, вы видите. Саш, когда мы на рыбалку поедем? Давай завтра. Сейчас. Та не бреши, ты все своим навесом уже задыбал. Дивите, какие лужи. Бачите, який був дождь. Мусор выставили сегодня, суббота. За молоком сегодня не ездили. Мы сейчас едем на Новый Иван. Говорю, Саш, боится, у меня сколько работы? Нет. То есть боится сам. Если какое-то заражение, не дай бог, будет, чтобы вместе, понимаете? Как у того, когда венчаются, говорят, и в радости, и в смерти вместе. Ну, это шутки, конечно. Так что едем на Новую Ивановку. Включила какую-то функцию «большие глаза». У меня большие глаза или нет? Не, потом может быть в кадре большие глаза. Ну, я думаю, что маленькие. И едем, надо... Я вам, помните, рассказывала, что нужно немножко подладнать памятник на кладбище. А я думала, у меня телефон есть, Игоря, а у меня нема телефона. И там на Новой Ивановке есть, ну там, где он работает. Пытаемся его найти, чтобы договориться, чтобы же он поехал с бригадой, все там сделал. Так что, хочешь не хочешь, а надо на Новую Ивановку ехать. И Саше электроды надо, еще мало электродов. Я нашла стикер и ушки, и, ну, снимает без стикера. Короче говоря, и носик, и все. Это, наверное, для Инстаграм или для фотографий, а для видео это не существует. А что, помнишь, в Израиле там вот нажимала, когда мы... Вот эта фотография была, когда мы ехали в автобусе с Мертвого моря. Там с ушками не получаются ушки. Видите, какие эти лужи. Левее мельче. Левее, так, нет, там нема яма. А справа тут сразу будут ямы. Левее бери. Може скочить. У нас тут лужа. Де за неї вже не писали? Улиця Суворова. Это лужа пожизненно. Вот эти люди, что тут живут, страдают.
Возле двора ты посмотри, забор вечно мокрый. Ну, никто ничего не делает. Офигеть. Тут и не были вы, да? Смотри, какие дома. Пришлось заехать, вот там вот аж Новый Иван, мы с той стороны стоим, а нам надо было до Игоря сюда, где памятники. А тут места вообще нету. Посмотрите, что делать. Сейчас будем пешком шариться аж бог знает куда. Ну, идемте, сегодня там должно много птицы продаваться. Ну, буду молчать, наверное, чтобы не разговаривать, знаешь, чтобы микробы не залетали. Да, это про меня прямо. Ничего, ходить полезно пешком, Саш, хоть чуть-чуть. На солнышке не холодно. Ой, сирень. Как ветка, смотрите, сирень. Обалдеть. Так, ну идемте.